По статистике, более половины возгораний происходит в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются нарушение правил устройства и эксплуатация отопительных печей, аварийный режим работы электросетей, в том числе и их перегрузка, а также неосторожное обращение с огнем. Особое внимание уделяется семьям с детьми. Есть категории, которые могут рассчитывать на бесплатную установку пожарных извещателей. Тем более, что с 1 марта этого года вступили в силу изменения, внесенные в правила противопожарного режима России. В местах, где проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также в социально опасном положении, их жилые дома, комнаты, квартир должны быть оборудованы автономными дымовыми пожарными извещателями. Автономный пожарный извещатель – это средство обеспечения пожарной безопасности, которое позволяет на ранней стадии обнаружить признаки пожара, задымления и оповестить о нем. На этот раз проверяли исправность извещателей в Тарбагатайском районе Бурятии. Местные жители поделились, как приборы помогли им избежать трагедии. Случай произошел, я вышел на улицу, а ребенок взял, рассыпал на плиту, печка топилась, макароны. И вот услышал я сигнал, и помогло мне это предотвратить пожар. Услышала и зашла, брала макароны с плиты. Ну и то, что вот, спасибо, что установили, глава администрации. Извещатель чувствителен даже к незначительному задымлению в помещении, что способствует быстрому обнаружению возгорания на ранней стадии его развития. При появлении дыма он подает мощный звуковой сигнал, который способен оповестить и даже разбудить спящего человека. Юлия Пермякова, Новости дня.